Здравствуйте. Информационный вечер на телеканале «Ахтум» продолжается. Мы работаем в прямом эфире в студии Елена Мурмилова. Я представляю гостя нашей программы. Сегодня это прокурор города Волжского Савенко Владислав Анатольевич. Владислав Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, дорогие телезрители. Ну, позвольте вас поприветствовать. Вы всего лишь несколько месяцев в этой должности находитесь. Вы перебрались к нам совершенно из другого региона. И, конечно, вначале хочется спросить. Вот вы осваиваетесь в новой должности, на новом месте. Скажите, какое впечатление произвел на вас город Волжский? Город Волжский, вы знаете, самое положительное, наверное, мне повезло, что я приехал сюда в конце октября, когда погода очень благоприятствовала, было тепло, солнечно, да и зима, честно говоря, после сибирских морозов меня балует, по крайней мере. Поэтому в плане климата я считаю, что мне очень повезло. А чисто внешне тоже город произвел на меня хорошее впечатление, особенно Хорошо. Его старая часть. Ну, это вот то, что вы касается внешне, да, говорите. Хорошо, а если вот смотреть уже более глубоко, непосредственно, да, касается вашей работы, а какие проблемы основные вы увидели вот на этом месте, в этом городе? Конечно, проблемы есть, они не могут не быть, тем более в таком большом промышленном городе, как Волжский. И мы, наш коллектив, стараемся все сделать для того, чтобы, если эти проблемы скрыты, их выявить. А когда уже выявили, тогда принять все меры прокурорского реагирования для того, чтобы их устранить. Вот первое впечатление, конечно, складывается из обращений жителей города Волжского. Очень много жалоб у нас поступает на несовременную выплату заработной платы. Очень много жалоб поступает, ну, наверное, это больная тема для всей страны, это сфера жилищно-коммунального хозяйства. Ну, а есть, кстати, другие вот вопросы. Немножечко по порядку. Да, вот невыплата заработной платы. Мы с вами до эфира немножечко пообщались. Вы называете цифру, порядка 20 миллионов сегодня составляет задолженность. Вот что за предприятие, которое находится, наверное, в антилидерах, да, вот в этом списке? Какие-то меры к ним предпринимаются? Как-то будет развиваться эта ситуация? Да, меры, конечно, принимаются. У нас ни один факт, ни одно обращение по поводу несовременной выплаты заработной платы не остаются без внимания, без мер прокурорского реагирования. Вот прежде чем как бы остановиться на конкретных предприятиях, я просто хочу сказать, что действительно эта проблема очень актуальна для города Волжского. У нас только в 2012 году поступило около 600 обращений граждан о том, что им несвоевременно выплачивают заработную плату, есть еще какие-то нарушения в сфере трудового законодательства. И каждое обращение у нас не остается без внимания. По каждому обращению мы проводим проверку и принимаем те или иные меры прокурорского реагирования в зависимости от того, ну, что от данной конкретной ситуации требуется. Мы и вносим представление, которое должно быть рассмотрено, и приняты меры к устранению нарушений. Мы инициируем привлечение работодателей, тех, которые допускают нарушения, к административной ответственности. Мы, в конце концов, по тем работодателям, у которых задолженность по заработной плате сложилась более 2 месяцев или частично более 3 месяцев, мы инициируем привлечение к уголовной ответственности. Мы обращаемся в суд с исковыми заявлениями. Вот за 2012 год мы больше 400 исковых заявлений направили в суд в целях для того, чтобы взыскать с работодателей заработную плату. И вот весь этот комплекс мер. А решения суда исполняются? И решения суда исполняются, и по иным мерам прокурорского реагирования у нас мы стараемся, ну, получается, добиться погашения задолженности по заработной плате. За 2012 год по мерам прокурорского реагирования была погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 12 миллионов рублей. Это, ну, серьезная работа, как бы, и я считаю, что много проделано. Ну и еще больше предстоит в 2013 году проделать, потому что периодически у нас всплывают то одно предприятие, то другое предприятие. Ну, а сегодня, кстати, вот кто находится? Хотела бы все-таки услышать имена вот тех самых больших задолженников. Работа проводится и по предприятиям, которые не выплатили старую задолженность по заработной плате еще с предыдущих лет. Это, конечно, всем известный Волжский бисквит, по которому прокуратура проводила в 2012 году общенадзорную проверку, инициировала привлечение к уголовной ответственности. То есть, что это значит? Установили, что на Волжском бисквите зарплата не платилась более 2 месяцев.
Вот эти материалы, которые были собраны в ходе общенадзорной проверки, были направлены в следственные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности виновное лицо, то есть руководителя этого предприятия. Было возбуждено уголовное дело, оно сейчас находится в производстве, и в рамках уже уголовного дела в том числе принимаются меры по погашению этой задолженности, по погашению ущерба. А какое наказание может грозить вот в рамках этого дела? Наказание там по статье 145 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации, оно в том числе и предусматривает, например, такой вид наказания, как наиболее часто применяемый судами, как штраф, например. И вот такое вот наказание. А не получится ли так, что работодателям проще штраф заплатить, да, чем вот выплачивать всю зарплату? Или такого быть не может? Вы знаете, мы стараемся такую атмосферу создать вокруг работодателей, чтобы проще было бы, проще изыскать внутренние резервы и погасить задолженность перед людьми. Потому что это самое главное. А касательно вот соблюдения трудового законодательства, вы действуете только по жалобам, уж по руку Волжского бисквита был большой резонанс, да, вот люди очень много жаловались, либо какие-то проверки. А проводятся? Почему? Не только по жалобам. У нас стекается информация со всех органов, так или иначе, которые осуществляют контроль, либо другое взаимодействие с организациями, там, индивидуальными предпринимателями. Например, к нам поступают сведения из пенсионного фонда о том, что у таком-то предприятии есть задолженность. Так? Или поступают сведения из налоговой инспекции. Ну, мы эту информацию анализируем и проверяем. Раз есть задолженность во внебюджетный фонд, значит, возможно, есть задолженность и перед работниками. Соответственно, это уже повод для того, чтобы выйти на предприятие и проверить. Поэтому те работодатели, да, которые числятся в задолженниках перед пенсионным фондом, перед налоговой инспекцией, они в первую очередь входят в ту группу риска, которая требует нашего внимания. Ну, здесь уже более-менее понятно. Ну, давайте перейдем, наверное, теперь все-таки к теме жилищно-коммунального хозяйства. Тоже еще одна очень больная, не только для Волжского тема. Город молодой, да, относительно, как вы уже поняли. Но, тем не менее, очень много у нас достаточно старых домов. И вот что касается признания их аварийными, вот придания и этого статуса, прокуратура в этом процессе как-то участвует? Обязательно, потому что проживание, ну, как вы выразились, в аварийном доме, да, или в доме, непригодном для проживания, это в первую очередь нарушает жилищные права граждан, а надзор за жилищными правами граждан – это, ну, один из приоритетных надзоров прокуратуры. То, что касается признания того или иного жилого дома пригодным, непригодным для проживания, вот в этих целях, в соответствии с постановлением правительства, создана межведомственная комиссия, в которую входят, прежде всего, это представители администрации города, представители контролирующих органов, которые осуществляют контроль в сфере пожарной безопасности, санитарной, ну и так далее. То есть там целый перечень представителей структур, которые должны входить в эту комиссию. И мы, прокуратура, проверяем те решения, которые принимает данная межведомственная комиссия о признании дома пригодным либо непригодным. Как проверяем в ходе мониторинга просто всех решений, которые принимают, да, администрация города, так и по жалобам. Вот. Обращались ко мне на прием совсем недавно, да, жители дома по улице Ташкентская, дом 5. То есть проведена проверка, выявили, что при обследовании, при принятии решения о том, что дом признан пригодным для проживания, были допущены нарушения. Не привлекли к участию в комиссии собственников, то есть тем самым лишили их возможности выразить тем или иным способом, да, свое решение привлечь со своей стороны специалистов. Не исследовали весь пакет документов, который должен быть исследован, в том числе там было заключение жилищной инспекции о том, что этот дом представляет под собой определенную опасность. Ну, в конце концов,
В данном случае, я считаю, должны были привлечь и специалистов, которые специализированы в какой-то организации, там проектно-изыскательской, чтобы эти уже специалисты независимые дали свое заключение о том, пригоден дом для проживания, опасен он, не опасен. Вот. Ну, отреагировали мы, внесли представление. Я надеюсь, оно будет рассмотрено, удовлетворено. И уже новое обследование данного конкретного жилого дома будет проведено в соответствии со всеми требованиями закона. Ну, вот насколько же плотно вы ознакомились с этой ситуацией? Да? Вот какое количество домов в городе может попасть вот, и может приобрести статус аварийного на сегодняшний день? И находится вот в таком унылом состоянии? Есть у вас порядок цифр хотя бы? Порядок цифр я сейчас не буду им оперировать, потому что у нас по многим домам как бы, ну, вопрос не то чтобы открытый, но он спорный. Поэтому сейчас я бы не стал, да, озвучивать какие-то цифры, а просто скажу так, что работа в этом направлении ведется, и мы, ну, по итогам, да, определенной работы обобщим и сделаем уже свои выводы, насколько ситуация соответствует закону, насколько она там плачевна, критична на данном направлении. Ну, насколько я знаю, к вам обращались и жители новой части города. Это вот история связана с рынком Валентина. Многие жалуются и говорят, что действия строителей, которые там сейчас действуют, не очень правомерны. Там рынок перенесли некоторое время назад, сейчас там что-то строится. Вот вы вмешались в эту историю? Вмешиваться мы не стали. Действительно, жалоб было несколько. Я не скажу, что они многочисленны были. Жалоб было несколько. В том числе вот эти обращения были высказаны. Сомнения, да, жителями города были высказаны в ходе той онлайн-пресс-конференции, которую проводилась, ну, при помощи интернета. Вот. Мы провели проверку. И что установили? Что вся необходимая документация для производства работ у организации, да, которая осуществляет там строительство, имеется. В том числе заключение экспертизы, разрешение администрации на строительство. Забор, на который жалуются, да, вот многие жители, он поставлен без выхода за ту площадь, которая отведена для строительства. Вот. И в связи с тем, что, как жалуются, да, жители города, затруднен проход, я так понимаю, там, да, между домами, то обратились по этому поводу в связи с перекрытием внутриквартального проезда застройщики и получили соответствующее разрешение Комитета жизнедеятельности города и ГАИ. И таким образом, как бы, ну, получается, что действия их правомерны. Если такое количество людей жалуются, да, что, угу, вот, ну, наверное, не всех это устраивает, и, наверное, люди имеют на это право, все-таки могут они как-то повлиять? Или они должны участвовать в публичных слушаниях, чтобы предотвратить подобные стройки? Ну, вот как люди могут участвовать вот в этом процессе? Вот, кстати, по поводу... Их же тоже должны спрашивать. Вот, кстати, по поводу повлиять. Вот вы правильно, ну, абсолютно правильно упомянули про те же самые публичные слушания. Вот... Публичные слушания проводились в том числе и по поводу строительства вот на месте вот этого рынка Валентина. А слушания проводились в связи с тем, что застройщик обратился за разрешением в администрацию для того, чтобы отступить от тех параметров строительства, которые изначально были запущены. Увеличить площадь стройки, по большому говоря, да? Да. Площадь стройки увеличить, соответственно, сокращается, как это звучит в документах, коэффициент озеленения, то есть сколько там должно быть, да, зеленых насаждений. Соответственно, у нас увеличивается коэффициент застройки, отступление от красных линий, то есть, да, которых может быть. Вот. Публичные слушания проводились, мы посмотрели порядок их проведения, ну, нарушений тоже не нашли. Вот. Поэтому получается, что волеизъявление тех жителей, которые именно поучаствовали, да, в этих публичных слушаниях, волеизъявление было получено, и они одобрили отступление от этих предельных параметров. Понятно. То есть, ну, здесь выход, наверное, один, только активнее людям участвовать, да, в публичных слушаниях? Ну, вообще, да, по публичным слушаниям это очень интересный вопрос. Это, если обращаться к вашему первому вопросу, да, какие там, может быть, проблемы там в городе и так далее, вот очень много вопросов
по соблюдению земельного законодательства, градостроительного и вот в частности по проведению публичных этих слушаний. Ну, мы повсеместно видим точечная застройка, да, какие-то магазины, они же проводятся не только для того, что по поводу застройки, они проводятся и по другим случаям, например, как внесение изменений в устав города, там, отчет по бюджету и так далее. Вот в том числе и по этим вопросам, касающимся соблюдения земельного и градостроительного законодательства. Вообще публичные слушания – это как первичная форма такого, да, обсуждение. Это есть механизм влияния вот, в мнении людей? Конечно, конечно. Хоть решения. И прописано, что они носят рекомендательный характер, рекомендательный, но вот опять же первое такое знакомство с проблемой, вот нет еще таких, мне неизвестны такие случаи, когда по результатам публичных слушаний, да, было там, ну, не рекомендовано, да, например, принимать администрации то или иное решение, и администрация бы вопреки вот этому заключению по результатам публичных слушаний, да, все равно бы вынесла какое-то постановление. То есть администрация однозначно прислушивается, вот, к результатам публичных слушаний. Другое дело, как они проводятся, здесь есть вопросы, и не всегда удобное время проводится. Очень многие на это сетуют, да, не всегда это удобно. Это тут есть вопросы по информированности. Угу. Есть вопросы по информированности. Есть вопросы по, ну, прежде всего, конечно же, активности граждан. Вот это, ну, две вот эти большие проблемы. Вот то, что касается информированности, вообще информация о проведении публичных слушаний, она размещается в городской газете. Вот она называется у нас «Волжский муниципальный вестник». Раньше она распространялась, с ней можно было ознакомиться в библиотеках, там филиалы библиотек. Согласитесь, не каждый пойдет. Далеко не каждый. Сейчас она распространяется в торговых центрах, там в нескольких. Ну, опять же, вопросы по количеству экземпляров, потом, ну, будет ли там человек, пришедший в торговый центр, там, не знаю, в Волгомол, брать газету «Волжский вестник» и знакомиться. Вот эти вопросы есть. Но все-таки вот что-то делается для того, чтобы как можно больше было информированности у людей. Ну, а то, что мы смотрели, ну, вот, например, из последних жалоб у нас были жалобы по поводу строительства, если вы, ну, знаете, конечно же, напротив бассейна, где раньше были билетные кассы. Там тоже проводились публичные слушания. Так а что будет людям-то, скажите? Будет спортивно-бытовой комплекс. Или коммунально-бытовой комплекс, сейчас не буду там формулировку точно. Ну вот нечто такое заведение. Угу. Вот. Проводились публичные слушания, участвовали в проведении публичных слушаний три человека. Хотя... Ну, это опять, наверное, вопрос, возвращаемся к информированности, да, к вопросу об этом. Ну, а хорошо, а с другой стороны, что стоит небольшого... Информированности, да? И активности. Вот, и тем активность. Же управляющим компаниям развесить на подъездах объявления. Я думаю, это немного труда составит. Вот я сейчас не буду сейчас, да, как бы уточнять, ну, по этому поводу вывешены были объявления там или еще что-то, но закон был соблюден, и те источники, которые предусмотрены в законе для информирования, они были использованы. Но пришли только один представитель организации, которая строит, и двух человек также, ну вот я сейчас скажу прямо, привез тот же самый застройщик, сказав, что поучаствовать в публичных слушаниях, там будет рядом с этим комплексом детская площадка. Все, ну, люди, соответственно, отдали свои подписи. Ну, теперь остается только ждать результатов. Ну, детской площадки там точно не будет. Но я больше чем уверена, что больше, чем трех человек, волнует все-таки экологическая ситуация в городе. Это тоже есть одна из наших проблем, вы наверняка уже об этом знаете. Мы периодически видим в средствах массовой информации новости о том, что устанавливаются какие-то очистные сооружения, усовершенствуются технологические там линии. Ну вот на сегодняшний день какая картина действительно у нас, реальная картина с экологией в городе? Ну, я бы попросил вас еще тоже дать мне немножко времени. Я обещаю еще подробно, да, потом отчитаться, что прокуратурой делается в плане соблюдения природоохранного законодательства, потому что, ну, город большой, только больше 200, да, если мне не изменяет память, 40 предприятий промышленных, которые оказывают негативное воздействие на природу, да, на окружающую среду. Поэтому тут работа еще предстоит громадная. Уже сделано немало. Мы вот
и в этом году, и в прошлом проведена большая работа по поводу выявления нарушений. Прежде всего, да, выявляются нарушения, связанные с выбросами в атмосферный воздух. Как-то наказываются эти предприятия? Конечно, конечно. А соразмерен ли тот штраф вот тому вреду, который они наносят? Ну, вы знаете, у нас для одних предприятий, да, для одних организаций этот штраф может быть и значительным. Для таких масштабных, да, градообразующих, как Волжский трубный завод, как абразивный завод, в отношении которых мы сейчас планируем провести проверку, мы пока еще, ну, Пока еще не начали. Вот эти вот предприятия у нас сейчас стоят в плане проверки. Вот, для других, для таких предприятий, конечно же, штраф, ну, сами понимаете, он, ну, не может оказать такого воздействия, да, как для предприятий с небольшими оборотами. Но обещайте, что будете держать нас в курсе. Обязательно. С этого года у нас еще одно такое нововведение. Ужесточены правила продажи пива и слабоалкогольных напитков в мелкой рознице, да, в киосках, в ларьках. Скажите, вот есть ли уже нарушения? Потому что я помню, первые дни января закон, по-моему, не соблюдал, но совершенно никто. Сейчас как-то ситуация выравнивается? Вот в этом плане я бы что хотел, да, до телезрителей довести. Задача прокуратуры... Проконтролировать. У нас не такой большой штат, чтобы бороться с каждым ларьком, да, и с каждым фактом там продажи пива. Я очень рад сознательности граждан, которые обращают внимание, да, и прокуратуры в том числе, и других, и правоохранительных органов на факты незаконной реализации, в том числе и пива. Вот. Я прошу вот эти обращения о всех известных им фактах, по всем известным им фактам, обращаться в управление внутренних дел города Волжского. И если они не видят результата своего обращения, вот тогда уже прошу обращаться в прокуратуру, непосредственно в прокуратуру, и жаловаться на бездействие контролирующих органов. Ох, вот. Жалуются на тех, кто нарушает, и жалуются на бездействие контролирующих органов. И если не приняты меры, но я думаю, что они будут приняты по мотивированному обращению, конечно же. И что касается игорных заведений, тоже давно их запретили, но тем не менее, вот время от времени информация всплывает, что там закрывают нелегальные подпольные игровые заведения, игровые клубы. Здесь тоже контролируете ситуацию? Обязательно. Обязательно. Еще раз, пользуясь случаем, я вот хочу довести. У нас постоянно действует так называемая открытая линия, по которой все желающие могут сообщить по телефону 41-30-80. 41-30-80, либо 41-54-89, о всех им известных фактах незаконной игорной деятельности. Вот телефоны эти озвучивались мной, в том числе, вот уже, который я упоминал, это была онлайн-конференция интернет. Давайте повторим, 41-30-80 и 41-51-80. 41-54-89. Это какая-то горячая линия, круглосуточная, или как, в каком режиме звонки принимают? С 9 до 18.00. Угу. Прокуратура работает с 9 до 18.00, пожалуйста, в это время сообщайте. Я просто что хочу, эти телефоны давно уже, да, мной озвучены. Вот примерно за полтора месяца пока не поступило ни одного сообщения. Я надеюсь, что это благодаря тому, что в прошлом году была, ну, проведена серьезная работа. И как только я пришел, я вот обозначил, как бы, ну, важность этого направления деятельности. Мы собирались и на межведомственных совещаниях. Смотрели, как исполняется совместное наше указание с управлением внутренних дел по поводу выявления фактов незаконной игорной деятельности. В декабре месяце у нас было выявлено в том числе по сообщениям граждан, ну, вот, люди сообщали об этом в интернете. Мы отрабатывали все эти сообщения. У нас было выявлено 5 таких точек. Привлечены к административной ответственности, конфисковано игорное оборудование, проводится по одному факту доследственная проверка, там, где усматриваются, возможно, признаки преступления, связанного, да, с незаконной игорной деятельностью. Это было в конце декабря, и вот пока, да,
сообщение не поступало. Я просто еще раз призываю всех, если известно, прошу сообщить, мы незамедлительно отреагируем, и вот будет у меня лично на контроле. Вот в прокуратуре Волгоградской области есть интернет-приемный. Можно через интернет на сайт зайти, оставить свое обращение, свою просьбу. А у вас такое не планируется? У нас такое не планируется. Я прошу действовать в телефонном режиме, либо через тот же самый сайт прокуратуры Волгоградской области. Оперативно к нам вся эта информация потом спускается. Вопрос освоения бюджетных денег тоже должен находиться на контроле, я считаю, прокуратура. Здесь следите. Обязательно. Обязательно. Работы в этом направлении много. Вот если мне не изменяет память, в рамках только муниципального заказа в прошлом году освоено более 2 миллиардов рублей. Более 2 миллиардов рублей. Все это через конкурсные процедуры. Стараемся по возможности охватить максимально нашими проверками, в том числе и контрольно-счетной палаты и с администрацией. То есть здесь взаимодействие налажено. Мы пытаемся предотвратить и выявить возможные нарушения. Ну вот что было выявлено? Были такие факты. Были факты у нас, например, в прошлом году по нашим мерам прокурорского реагирования мы возбуждали административное производство. Были привлечены должностные лица комбината благоустройства к штрафам. Каждый по 50 тысяч рублей за то, что они заключали договоры на поставку дизельного топлива в обход вот этих вот конкурсных процедур. Выявили, привлекли. И наказали. Спасибо вам огромное. К сожалению, время наше заканчивается. Ну, ваше первое впечатление о городе Волжском и его проблемах уже понятно. Ждем ваших следующих, более подробных отзывов, впечатлений о городе и отчетов о вашей работе. Спасибо за приглашение. Я надеюсь, что работа наша будет прокуратуры города Волжского плодотворной, и жители не разочаруются. Мы тоже надеемся. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас сегодня был прокурор города Волжского Владислав Савенко. Еще раз вам спасибо огромное. До свидания. Вам спасибо.